А в центре Еревана, столицы Армении, сегодня российские мигранты провели антивоенный пикет, чтобы рассказать, далеко не все россияне поддерживают войну. Акция протеста началась с конфликта с полицией. Местным силовикам не понравились жесткие лозунги в отношении Владимира Путина, и они вступились за его честь. Подробности расскажет Марк Подберезин. Около двух десятков иммигрантов вышли сегодня на площадь России в столице Армении с антивоенными лозунгами. Они назвали Владимира Путина, который отдал приказ о вторжении в Украину, военным преступником и убийцей, что вызвало недовольство местных полицейских. Они нас оскорбили. Мы снова начинаем. Мы начинаем и заканчиваем. Я, друзья, от полиции поступило требование убрать плакат. Я считаю, что это требование незаконное, но я его исполню. В августе полиция разогнала митинг россиян в Ереване в худших традициях российских силовиков. Поэтому участники акции протеста сегодня спорить не стали и часть лозунгов убрали. Говорят, на полицию не обижаются. Я видел один прецедент, как стражи правопорядка, например, уже отогнали одного буйного товарища, который хотел нас нехорошими словами обозвать. То есть, несмотря на то, что внимание пристальное, я понимаю, что люди поддерживают порядок. Пожалуй, самое необычное в этой акции то, что активисты вышли на площадь под государственным флагом России. Триколор во всем мире стойко ассоциируется с войной, уничтожением украинских городов и геноцидом мирных людей. Наша задача – это передать политическое сообщение. Причем это политическое сообщение должно быть передано россиянами и должно армянами восприниматься как таковое, как переданное россиянам. Поэтому наше сообщение мы формулируем таким образом. Флаг идентифицирует Россию, то есть мы россияне, и мы говорим то, что считаем правильным. Кроме немедленного прекращения войны, в ходе пикета прозвучали требования освободить политзаключенных в России. Навального, Яшина, Ройзмана. Все завершилось шествием по улицам Еревана. Многие жители поддержали протестующих автомобильными гудками и приветственными криками. Некоторые называли Путина тем же словом, что и пикетчики в начале акции. Но полицию это уже не беспокоило. Марк Подберезин, Белсат, Ереван, Армения.